эфир телеканала «Россия» продолжают вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте и коротко о главном. Новая веха для жителей Заволжья и северной части города. Сегодня дан старт строительству новой развязки с президентского моста. Как это будет? И снова история с превышением должностных полномочий. В Майнском районе разоблачили оборотня в погонах. Ульяновск продолжает борьбу за звание города трудовой доблести. Принять участие в голосовании можно в интернете. Все подробности через несколько минут. Сегодня утром дан официальный старт строительству новой развязки с президентского моста. Ее протяженность составит 3 километра. Широкая дорога разгрузит Димитровградское шоссе и существенно сократит время в пути с верхней террасы до северной части областного центра. А добраться до Парка Победы можно будет даже на троллейбусе. Как это будет? Репортаж Артема Петрова. 10 лет назад мостовой переход «Президентский» уже разгрузил движение в областном центре. Но сегодня машин стало больше, нужны и новые развязки. Строительство крупнейшего такого объекта в регионе уже началось. Старт дан, сроки пока есть, но их не так много. Будем стараться идти с опережением графика. В этом году необходимо построить коммуникационные тоннели и соорудить путепроводы. А с левого берега уже начнет расти широкая дорога. Чтобы новая развязка вышла на верхнюю террасу, необходимо вырубить порядка 1000 деревьев. Но в областном правительстве заверяют, что экология от этого не пострадает. Сколько деревьев вырубят, столько в Заволжье высадят новых. И даже больше. Так называемые компенсационные посадки превысят 4500 саженцев. Развивать будут и электротранспорт. Через президентский мост будут курсировать троллейбусы. Мы планируем, что троллейбусы будут у нас ходить с Нового города непосредственно до Парка Победы. Там, где жители могут уже будут пересесть на трамвайное движение. За началом работ по строительству развязки наблюдали и жители поселка Мостостроителей. Люди обратились к губернатору с просьбой разобраться в коммунальном беспределе. Местная управляющая компания на стадии банкротства, но деньги до сих пор поступают на ее замороженные счета. При этом профильные услуги не оказываются. Не хотят работать. Вот мы поставим вопрос, чтобы переувольняли всех. Пусть идут и на биржу для безработных и ждут, когда устроится. Новая развязка для поселка – это прежде всего транспортная доступность. Сама дорога будет четырехполосной. Планируется и обустройство велосипедных дорожек. И все с применением современных материалов и технологий. Протяженность новой развязки составит около 3000 метров. Окончание работ намечено на 1 декабря 2021 года. Артем Петров и Александр Абрамов. Вести. Ульяновск. В Ульяновской области, как и в других регионах страны, слабо решаются проблемы детей-сирот. Очередь на получение государственного жилья движется крайне медленно. Это стало известно во время прямой линии с президентом России. К делу подключился Общероссийский народный фронт. Что же предлагают его активисты? Об этом материал Эдуарда Истомина. По углам родственников, а еще по съемным халупам. По такому принципу ютится экс-воспитанник детдома Айрат Валитов вместе с супругой. Праздники семья встречает в компании тараканов. Правда, с ними она не дружна. У супругов двухмесячный Анвар. Друг сказал, если будет сдавать, то придется нам переехать. Переехать пока неизвестно куда, потому что у меня зарплата грузчика маленькая, 15 тысяч, все деньги уходят на ребенка. Ну еще и знаете, вот страшно то, что не дай бог вот с нашим ребенком то ли заберут, или еще что-то, в таких условиях проживаем. Сама комната сродни монашеской келье. На троих 10 метров, да и то на птичьих правах. Хотя детдомовцу государство задолжало квартиру, однако ее нет. А значит, нет постоянной прописки со стабильной работой, больничным обслуживанием, а еще кредитами с ипотекой. В министерстве говорили, что я с 200 какого-то передвинулся на 73, но в течение 3 лет 73 как остался, так и остаюсь. В Ульяновске ничего не дается, только обещания. Айрат обратился со своей проблемой к президенту. Случилось это во время прямой линии с Владимиром Путиным. Но воспитанник детдома оказался не одинок. Таких звонков было 3000. На них отреагировал Общероссийский народный фронт. Мы считаем, что необходимо вернуться в некоторой части к системе жилищных сертификатов для детей-сирот. Но при этом для определенных детей-сирот, то есть, например, по возрастному цензу достигших 23
23 или хотя бы 25 лет. Это для детей-сирот, у которых имеется уже семья, ребенок. В этом возрасте дети-сирот уже осознают ценность жилья. Выдавать сертификат будет комиссия. Это убережет детей-сирот от назойливого внимания со стороны нечестных дельцов. А после обмена сертификата на жилье вопрос с пропиской сразу отпадет. Есть и другой нюанс. Так как сейчас идет финансирование порядка 30% из федерального бюджета, а регион вынужден 70% вкладывать в квартиру для ребенка-сироты, это достаточно большая ноша для регионов, поэтому есть такие проблемы с количеством квартир выдаваемых. Мы считаем, что, конечно, финансирование от федерального бюджета должно быть мощнее. По мнению фронтовиков, отвечать за выдачу качественного жилья детям-сиротам должен фонд содействия реформированию ЖКХ. Активисты ОНФ также против полного заселения домов одними детдомовцами. Многие из них не находят работу в глубинке, уезжают в город, а новое жилье пустует, хотя его можно было бы получить по сертификату в ином месте проживания. Эдуард Истомин, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. Более 12 тысяч многодетных семей проживают сейчас на территории региона. В Ульяновской области разработан комплекс мер социальной поддержки для семей с тремя и более детьми. Например, денежная компенсация за коммунальные услуги. Есть два направления. Первое – это субсидии, которые выплачиваются, если расходы граждан на оплату превышают 22% от общего дохода семьи. В этом случае за помощью можно обратиться в МФЦ или соцзащиту. Второе направление – это компенсации. Они предоставляются, если сумма расходов на оплату коммунальных услуг превышает 10% от совокупного дохода семьи. Для получения как раз коммунальных компенсаций за коммунальные услуги нужно подтвердить право в органе соцзащиты, получить соответствующее удостоверение, что вы являетесь многодетной семьей на территории Ульяновской области. Там должны быть все дети до 18 лет, либо, если они учатся, до 24 лет в соответствующих учреждениях. Правда, есть одно условие. Дети не должны находиться на полном государственном обеспечении, например, обучаться в Суворовском училище. В остальных случаях, чем больше членов семьи, тем выше процент компенсации. Для семей с тремя детьми это 50%, четверо – 60, пятеро – 75. Полностью затраты на коммунальные услуги компенсируются для семей с шестью детьми и более. В семье Гелуси Абитовой трое детей. Старшие ребята Динияр и Ирания учатся в первом классе. После рождения третьего ребенка Замата Абитовы обратились в соцзащиту за компенсацией затрат на коммунальные услуги. Всегда вовремя оплачиваем все наши счета, и благодаря этому мы подали все документы на предоставление субсидий, да, на оплаты счетов по ЖКХ, и нам не отказали. Я считаю, что мы можем как бы стать примером для многих многодетных семей, да, города Ульяновска и вообще нашего региона, наверное, да, и доказать, что все-таки меры социальной поддержки работают. Теперь Абитовы планируют расширить жилплощадь. Семья рассчитывает на использование государственного сертификата на именной капитал «Семья». Это еще один способ поддержки многодетных семей региона. Кроме того, Абитовы стоят в очереди на получение земельного участка за третьего ребенка. Семья надеется, что скоро у них появится дом для загородного отдыха. В Майнском районе разоблачили оборотня в погонах. Им оказалась сотрудница полиции. 33-летняя следователь следственного отделения подделывала доказательства. Два года назад Людмила Майорова возбудила два уголовных дела по фактам краж. При этом сфальсифицировала протоколы допросов потерпевших. Они якобы дали показания о том, что не обладают информацией о преступниках. К делам также приобщили их фиктивные заявления. В них пострадавшие отказывались знакомиться с постановлениями о назначении судебных экспертиз, а еще с заключением экспертов. Позже эти процессуальные документы признали недопустимыми. В суде же прокуратура Майнского района представила исчерпывающие доказательства вины майора Майоровой. И на основании представленных прокуратурой района доказательств Людмила Майорова была признана виновной в совершении должностных преступлений, предусмотренных статьей 292, а также статьей 303 Уголовного кодекса России. Судом ей назначено наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу. До вступления приговора в силу обвиняемая на тот момент Майорова пыталась оспорить решение суда первой инстанции. Однако Фемида осталась непреклонна. Приговор несколько подкорректировали, но оставили в силе.
В этом году многие российские города получат звание трудовой доблести. Такую инициативу выдвинул Владимир Путин. Ульяновцы уверены, наш город достоин получить этот почетный статус в числе первых. Ведь предприятия региона внесли неоценимый вклад в победу. Пока руководство области занимается подготовкой заявки, горожане собирают подписи. Екатерина Лазарева продолжит. Треть своей жизни супруги Михаил и Александр Филимоновы посвятили патронному заводу. Его стаж 40 лет, ее 35. Оба оказались на заводе в сложное послевоенное время. Александра Петровна за станок встала в 20 лет. Вспоминает, что даже в 49-м объемы производства были такими же, как и в военный период. Тогда его закончился, а еще не прекращали работу. Вывозили машинами, патронцы делали. Машинами в 3 смены работали. А война кончилась, а мы все работали. Вот для войны. Вот чтобы было все в запасе. Но мне этот завод от тетки достался. Моя тетка там работала. Она все это испытала. Она работала с 8 до 8. Всю молодость у станка, но Александра Петровна жаловаться себе не позволяла. Страну нужно поднимать. Да и счастливых моментов среди тяжелого труда было много. В цеху женщина познакомилась с Михаилом Ивановичем. На патронный завод он пришел в 51-м. До этого 7 лет служил на флоте. Через год они поженились. С тех пор супруги вместе уже 67 лет. Подруга жизни во всем мне помогала, я ей помогал. И работал 40 лет. В одном цеху, на одном станке, никуда не выходил. Фотография Михаила Васильевича часто украшала заводскую доску почета. А на его груди сейчас можно увидеть орден Трудового Красного Знамени. Регион славится такими примерами самоотверженного труда. Поэтому президент России внес законопроект об установлении в стране почетного звания «Город трудовой доблести». Среди горожан начался сбор подписей. Одним из первых гордое звание достоин получить Ульяновск. Голоса собирают добровольцы партии «Единая Россия», депутаты, а также волонтеры «Победы». Уже сейчас, по предварительным данным, уже около 11 тысяч подписей было собрано. И совместно с сайтом, который до сих пор работает, мы продолжаем работать на точках сбора подписей. Планируем делать это до апреля. То есть, в принципе, времени у нас достаточно много. И надеюсь, что это звание все-таки мы получим. И все-таки великую историю нашего города и вклад патронного завода, на котором мы сейчас находимся, очень большой был, великую победу. И очень было бы здорово хотя бы так увековечить подвиг наших великих предков. Проголосовать можно, как поставив подпись лично, так и онлайн. Подробную информацию и форму для голосования можно найти на сайте, указанном на экране. Результаты будут подведены уже 1 мая. Город Ульяновск в лице патронного завода имеет полное право назваться городом трудовой доблести. Общими усилиями мы с вами вместе, если соберемся, как наши отцы и деды собрались и побили немцев в 45-м году, также сегодня нам надо сконцентрироваться, собраться и дать результат. Екатерина Лазарева, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. И на этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Далее информация о погоде. А я с вами прощаюсь. До завтра. Увидимся.